Уже больше года в Украине идет ожесточенное сражение с памятниками Ленину. В ДНР с Ильичем не воюют. Напротив, стараются содержать монументы в приличном состоянии. И когда в Харцевской мэрии, на балансе которой находится памятник, средств на текущий ремонт архитектурного сооружения не нашлось, за дело взялись местные коммунисты, которые сегодня организационно входят в Компартию ДНР. То есть коммунисты в ответе за памятник, и мы его восстанавливаем. Что именно? Мы восстанавливаем, пожалуйста, вот две плиты, которые были, упали, повреждены, и переклеиваем надпись «Владимир Ильич Ленин». Какие силы привлечены к этому делу? Исключительно коммунистическая партия ДНР, Донецкой Народной Республики. Можно по-разному относиться к личности Ульянова Ленина. Но то, что памятник Ильичу является одним из символов нашего прошлого, это неоспоримо. Как и утверждение, что именно через прошлое и пролегает наша дорога в будущее.